начинает. В воротах Сергей Самок или Самок. Опять же, падений много, много сумбура. Ну, я говорю, очень. Опа! И вот первый же удар. Серство. И вот здесь ошибка, и она может стоить дорого. А вот и 1-0. Нету там вне игры. За повтором у нас немножко задержалась картинка. И 1-0. И что? Все-таки это Богданов? Кого поздравляют? Да, разыграли угловой Ростовчина. Совсем расклеились краснодарцы. Руслан Джамалутдинов, 9-й Николай Ревенко. И вот какой интересный полупрострел, полуудар. И нет, это уже был свисток арбитра. Вот проходит этот удар. А, здесь накладка была, да, опасная игра. Ох, какая срезка неудачная у вратаря. И потрясающе! Какой голешник! Да, ошибка Сергея Самка. И кто же этот так приложился-то? Сбродов, что ли? Нет. А вот здесь ляпнулся. Наотмашь. Ух, какое ударище! Не могу сказать, что прекратили сопротивление, но все-таки перестали быть так активными, как это было в первом тайме, даже после первого пропущенного мяча. Хороший прострел Захаров! Дубль! Дубль! Все, не стал ничего добавлять арбитр.